Наконец-то мы переехали на улицу. Наконец-то мы приступили к делу. Собрали стеллаж, рассаживаем клубничку. Да, пупсики, всем привет. Конечно, такая она подгулявшая ботва, но ничего, я думаю, она пару дней постоит. Посмотрим разницу, конечно, между этим. Так, что у нас происходит? Ну, сейчас давай вернемся к методу посадки. Корешки вытащил снизу, да? Не видно. Корешочки. Мамочку не сильно засаживаю. Да, если кто-то знает, хай пишет в комментариях, правильно, мамку засаживать надо или не надо засаживать. Насколько я вроде знаю, что не надо ее засаживать. Эту мы сделали на 40 посадочных мест, эту будет на 16 посадочных мест. Потом мы ее дальше соберем полностью и будем уже смотреть, как растет. Пока тут все еще подключим, все автоматизируем. Кажется, человеческий фактор только мог измерять уровень. PH уровень добавлять удобрение. А так мне нравится, красиво. А, о, удобрение. Я, конечно, пупсики не знаю, но кто если знает, конечно, обязательно напишите. Взяли мы вот такое вот органическое удобрение биогумус. Фирмы Fertimix. Продавщица сказала, что можете пока мезять на первой стадии, вам достаточно, но я что-то не особо доверяю таким дешевым удобрениям. Тем более это для декоративно-комнатных растений. Но тетя сказала, что он на листву пойдет, чтобы выгнать вот ту ботву. Но, в общем, если кто знает, какие нужны удобрения, звоните. Звоните, пишите комментарии, буду очень рад. Заходите в группу ВКонтакте, ссылочка будет внизу. Все, пупсики, ставьте все лайки. Подписываемся на канал. Все, всем пока, до новых встреч.